всего и побольше. Ага. Ну, я хочу счастья женского. Ну, конечно. Просто не придавать этому большого значения, а просто относиться как к сексу, и тогда можно сохранить дружбу. Но я считаю, что... Какая нахрен дружба после секса, а? Нужно. Ну, тут или стараться до последнего, или просто сложить ручки. А может быть вариант найти другую, блин? Ну, вот чисто женские вопросы, точнее ответ она дает. Были такие, кому как повезет. Олени. Кому как повезет, кошмар. Мне везет. Вебкамщицей. Ну, нужно совсем не работать. Можно найти богатого мужика. Ну, маленькая пачка рублей 150. Маленькая. Ну, дюрекс или контекс. Умница, умница. Секс-игрушки. Оу, oh, yeah. А? Ну, их очень много. Да. Ну, каждого человека можно купить. У каждого просто своя цена. Знаете, что как бы довольно порочная чаечка, но тем не менее мне нравится в том, что она не лукавит и не лицемерит. В принципе, как бы она правдиво отвечает, да, вот не ходит вокруг да около. Зачет ей за это. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина, он и есть настоящий мужчина. Классный ответ, вот честно, мне понравилось, вот классно. Ну, думаю, что грудь. Ауе, мне попки больше нравятся. Скорее второй вариант. Нет, я не сильно обижусь, если после этого будет хороший секс. Ну, это, наверное, чувства, эмоции какие-то. Ну, где-то месяц назад. Давно. Ну, я считаю, что это важно. Угу. О. Мне черного. Скорее всего, его там нету вообще. Ну, я вообще риск люблю, но это смотря от ситуации. Угу. Пошлый, ну, наверное, заняться любовью с каким-нибудь там таким красивым мужчиной. Да это банальщина какая-то. Ты давай больше таких подробностей, чаечка. Ну, ухаживать, наверное. Ой, вот это вот хрень. Конечно, считаю, многие девушки себя такой считают. Вот так вот. Ну, где-то месяц назад. Давненько. Ну, вообще говорят, что это так. Вот такая вот, ребята, сегодня была чаечка. Ну, по внешности, не знаю, как, пишите кому как, в принципе, на вкус и цвет товарища нет, да. Но ответы 95%, как бы там, со исключением парочки, в принципе, были довольно такие, мне понравились. Вот как считаете вы, понравились ли вам они или нет, пишите комментарии.